была статья «Дружба народов». И начиналась она следующей фразы, что типа люди разные бывают, и все они вносят свой вклад в великую победу коммунизма. Я узнала об этом, еще раз повторю, узнала об этом совсем недавно. И вот там было написано, что разные самые люди, например, русский Ленин, немец Энгельс и еврей Маркс, оба в равной степени, все трое, в смысле, не оба, оба трое, в общем, как-то продвигали человечество в нужном ему направлении. Так вот, это я прочитала буквально пару лет назад, когда мне этот двухтомник достался... Да, совершенно верно, заново. Пришел ко мне, вернулся уже не из библиотеки, пансионат на Оке, где я брала его до этого, а иными путями. И тут-то, перелистнув эту страницу, а я же помнила, что там была рваная страница, и меня это мучило тогда, когда мне было 5 лет, когда я это все читала. Наверняка. И древнего человека вместе с ней, с космополитизмом и сионизмом, да. И тут я узнала, думаю, боже, Карл Маркс еврей. А до этого почему-то мне эта информация не попадалась. Ну вот как-то прошла она совершенно мимо меня все эти годы. Ты вообще не понимаешь, чем евреи от неевреев отличаются. Ты, по-моему, как-то далек от этой тематики. Вообще